после 1 числа соберем всех председателей вместе с вами, всеми директорами муниципальных предприятий, поднимем все эти проблемы, которых у меня, вот посмотрите сколько, по каждому двору города, вы понимаете? И надо это решать. Ну, хватит. Зачем людей кормить завтраками? Потому что то, что я наслушался, людям обещали с 1992 года. Кормили обещаниями. Ну, хватит. Все, приехали. Точка отчета. Все. Нет у нас... Прошел 1992 год. Хватит обещать, надо выполнять. Вот они просят, понимаете, люди, которых вот мы встречались, просят, чтобы я собирал директоров муниципальных предприятий и выезжал во дворы. Чтобы с ними общение было вживую, потому что они не могут к вам попасть. Потому что вы заняты, я понимаю, у вас много работ. Идея очень хорошая и правильная. Но я говорю еще раз, то, что я прошел своими ногами, то, что вы, то, что мы, вернее, с вами не делали, это начиная с развала Советского Союза, но это неправильно.